Парник Хлебница. Давно о них рассказывали. Сейчас у нас была линейка Хлебниц длиной 3 метра, 4 метра, 2 метра. Метрового еще никогда не заказывали. Смысла нету логического. Изготавливается из двух видов трубы 20 на 20 и 20 на 40. Оцинкованная труба плюс полимерно-порошковая покраска. Стандартный цвет 80-17 шоколад. Так как вся фурнитура идет, как мы видим, шоколад. Саморезы, резинка, шайбочки, клопы. Все идет цвет 80-17. Даже заглушки идут цвет 80-17. Иногда мы еще по желанию за доплату красим брус палисандром, чтобы было все красиво и четко. Вот такой парник. Теперь по характеристикам. Ширина 1,17 м. Высота нижней части основания 200 мм. Высота створок 570 и 590. Я всем говорю 600 мм. Так это равный радиус. Закрываются они, открываются с двух сторон. Как мы видим, здесь опорная часть у нас. Специально приварен опорная часть, чтобы она не билась, ничего не делалось. Закрывается вот это легко. Раз. Открывается с другой стороны также легко. Подходим. То есть двухсторонняя эксплуатация. Почему и ценятся хлебницы. Раз, видите, здесь уперлось. Вот. В комплекте в наших парниках идут уже по умолчанию перфоленты, торцевой профиль, шайбочки, саморезы, резиночка уплотнительная, все вот эти вот крепления к брусу, саморезы по дереву, узел, ракушка, чтобы сдвигалась. Ну, если с брусом, то брус у нас идет опиленный, покрашенный с уголками и пластинами. Вот вроде бы все, и ручки в комплекте идут. Вот такие ручки. Обычные, недорогие. Также, если 3 метра и 4 идет стыковочный профиль, обычный стыковочный профиль, прозрачный, с этой стороны можно закрыть. Чтобы соединять, если 3 или 4 метра у вас. Вот 3-метровый, видите? Поэтому заказывайте качественный продукт в Уральскую усадьбу. Цены на сегодня еще адекватные, но скоро будет еще дороже. Вот такие вот шикарные. Кто хочет телефоны, адреса, все мы напишем, все расскажем. Поэтому заказывайте, приезжайте, отправляем в любую точку России. Транспортными компаниями.